Тема вечера в библиотеке «Театральные пазлы» выбрана не случайно. Этот год в России объявлен годом театра. Кроме того, юбилей празднует и Саровский драматический театр. Мы решили объединить эти темы, взять их и ребят познакомить поближе с миром театра вообще и с нашим конкретно Саровским драматическим театром. Детские библиотекари готовят разнообразные площадки для гостей всех возрастов. Будет работать бутафорский цех «Арт-винегрет», посетителям которого предложат своими руками сделать детали театрального реквизита. Площадка «Парад Маскарад» расскажет о карнавалах во всем мире. Будет работать театральный кукольный балаган. Ребята тоже будут, конечно, ставить экспромт-спектакли. Площадка «Ожившая книжка», где в ходе чтения будет рождаться какая-то история, которую будут воспроизводить сами ребята. Организовать праздник для гостей библиотекарям помогали социальные партнеры из детского сада номер 5 Саровского драматического театра, детской школы искусств, детской школы искусств номер 2 и не только. Нам помогать придут, очень красивое действие представят клуб исторической реконструкции. Молодежный центр представляет. Помогает студия танца в Задоринке. Площадку по душе найдут как самые маленькие гости вечера, так и ребята постарше и даже взрослые. Пройдя отдельные площадки, ребята смогут собрать театральные пазлы и получить приз. «Библиосумерки» в Центральной детской библиотеке имени Пушкина пройдут 20 апреля с 15 до 19 часов. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.